Всем добрый день! Сегодня я хочу показать небольшой сюжет, смонтированный из фото разных лет. И в основном, конечно, весенних фото, но в принципе это фото разных времен года о природе Израиля, а точнее о ее растительности. Казалось бы, странно рассуждать о южных таких красотах на фоне наших предуральских, вот сейчас вот пейзажи совершенно уже белых, и действительно у нас настоящая зима. Ну вот так случилось, что по осени я не смогла поехать в силу понятных обстоятельств в Израиль. А так, обычно я весной, осенью ездила, одно время летом, и однажды я вспоминала, и получилось, что я не была только в одном единственном месяце, в июне. А так я, ну, многократно, поскольку туда езжу, то могу смело утверждать, что глубоко заблуждается тот, а таких людей немало, что в Израиле смотреть нечего. Как вот относительно недавно я пересеклась с одним своим бывшим начальником, руководителем. Он мне сказал, что туда ехать, пески смотреть. Так вот, я хочу развеять этот миф, что Израиль — это не только пустыни и пески, и голые камни, как многие думают. О пустыне, кстати, у меня есть отдельный сюжет. Израиль отличается таким разнообразием и обилием цветовых красок, которые даже, вот знаете, иногда и в средних широтах у нас не встретишь. Особенно это, конечно, весной, ну и летом. Изобилие и зелени, и цветущих кустарников, ну просто даже цветов. Это, ну, поражает воображение для тех, кто как раз ожидал увидеть совершенно другое. И что еще характерно, при той вот жаре, изнуряющей, и трудностями, ну не то чтобы трудностями, а сложностями все равно, с водой, с опреснением, там очень зеленые города, огромные пространства, отданы под скверы, парки, все это тоже очень зелено и очень смотрится хорошо. Я надеюсь, что, посмотрев мой небольшой сюжет, вы впечатлитесь, и когда наконец откроются границы, мы будем вакцинироваться и будем активно путешествовать. И вам тоже захочется убедиться уже наяву в том, что вы сейчас увидите. Приятного просмотра!